Создать современные зоны отдыха и пешеходную инфраструктуру в каждом районе, поручил президент Акиму Алматы. Важно, чтобы в мегаполисе было безопасно, было много зелени и парков, отметил Касым Жомарт Тукаев. Бакыджан Сагынтаев презентовал главе государства несколько проектов по благоустройству. В частности, доложил о реализации программы «Новый Алматы». Она нацелена на развитие полицентричной модели города, создание комфорта для горожан и новых мест для активного отдыха. Президент положительно оценил проводимую работу.